Даша Усачева, и мы говорим о контрольных прокатах. Ну, прокатами своими я, ну, честно, недовольна. Техническая составляющая была, не была выполнена качественно. Прыжкам, ну, и из-за волнения, и еще не так форму набрала, как могла бы. Еще не максимум далеко, вот. В целом старалась показать публике и людям свои программы новые. Ну, я надеюсь, это получилось, но все равно чувствую, что могла лучше, и есть к чему стремиться и по компонентам, и по технике. Ну, смотри, был довольно длительный перерыв, да, вот связанный с этим карантином. Как ты проводила эти месяцы карантина? Проводила в квартире у себя дома, там занималась в гостиной. Из дома я лично сама не выходила, там в магазин ходил папа или мама. Ты вообще? Вообще, да, не выходила мне и из цели безопасности, считали, что лучше дома посидеть, вот. Ну и так как старалась как-то физическую форму поддержать, было даже особо некогда. И учились, нагоняли школьную программу. Ну, все по учебе успешно закончилось. Вот. Ты же отличница. Да. Как ты успеваешь-то? Ну, с помощью мамы мы вместе выполняем какие-то задания, нам не дают там дополнительные, учителя сдаю и... Ну, ты гигант, просто молодец. Даш, расскажи про новые программы, кто ставил и когда. Программы мне, безусловно, очень нравятся, мои новые. Поставили мне их Данил Маркович и Дарья Георгиевна на сборах в Новогорске. Короткая у меня из фильма «Мулен Руж», песня «One Day I Fly Away». Вот. А в произвольной я катаю Джульетту с Ромео и Джульетта. Вот. Мне очень нравится моя музыка, эти темы, прям в удовольствие. Но у тебя в планах есть что-то на сезон, что бы ты хотела еще показать? В ближайшие планы это накатать и натренировать свои программы, чтобы исполнять их чисто. И, конечно же, хочется выучить какой-нибудь элемент ультраси, например, там, тренуакси. Ну вот, но сейчас самое главное — это накатать программы и исполнять их идеально. Ну и главное, чтобы было здоровье, и главное, чтобы были старты. Да, это очень хочется. Даш, успехов тебе, желаю здоровья, и чтобы у тебя все получалось. Ну и до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо тебе.